Привет всем! Хочу показать, как вот делаются штанишки на ластовице. Это я показывала узор вам, как вяжется. Вот теперь хочу показать, как штанишки собрать. Вот мы начинали на 18 петлях делать узор. Три узорчика мы сделали. На более тоненьких ниточках, о спицах круговых я вязала. Взяла побольше на размер. Так, спицы. И связала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 рядов круговых я связала на одной штанине и на второй штанине. Связала 30 рядов, поменяла еще на размер больше, еще 8 рядов вязала более уже толстыми ниточками. Теперь хочу показать, как их соединить и продолжить вязать штанишки на ребенка. Так, вот так вот мы сделаем по две петельки. Это мы будем делать ластовицу. По две мы уберем и середки возьмем. Так, так. Распустить вот эти две, и эти две мы распустим и соберем. 5 петелек получится. Так, этих берем, можно даже вот так сделать. Так, так я плохо вижу, у меня так вот забрали, так забрали. Так, забрали. Обычно я снизу не вяжу штанишки. Почему-то больше нравится вязать их сверху. Так, давайте мы сначала эти провяжем. Петельки. Так, как бы, чтобы вам видно-то было, чтобы понятно было мое объяснение. Это мы соединяем по две петельки с одной гачи одну петельку и со второй гачи одну петельку. Так, так, сразу можем закрыть. Так, теперь середки нам надо взять с одной. Так вот, чтобы она у нас петелька это была вот так вот, не перекрутилось ничего, дырочки не будет, перекрутится. И теперь со второй середки нам надо взять, сейчас покажу, как. Вот она между спицами, тоже надо перекрутить вот так вот. Это мы с середки взяли. Так, 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 ниточку, мою ниточку давайте сюда. Ну, вы, походу, конечно, разберетесь, лишь бы понятно было. Это мы с середки по петельке взяли, тоже вместе их провязываем. Теперь по две возьмем еще со вторых круговых спиц. Вот спиц. Давайте, чтобы понятно было. Вот отсюда мы возьмем. Так. Теперь оттуда, чтобы они парные были у нас. Отсюда. Так. Так. Сейчас вот так сделаем. Правильно.
провяжем их и закроем, и еще раз по одной возьмем. Так, с этой спицы и с этой спицы. Это у нас будет ластовица. Так, вспомогательную. Так вот будет лучше. Нет, нет. Сейчас ниточка у меня там. Ниточка. Ушла сюда. И вот так. Вот. Чтобы она за петелькой была. Так, и закроем мы ее. Все одеваем на спицы. Так, будем вязать более крупными спицами, чтобы прибавки-убавки не делать. Это можно оторвать, заправить. Меньше клубок, а больше возьмем. Будем работать. Так, она вроде снимает. Так, где у нас? Так, пойдем, да, так. Сейчас, ребятки, разберусь я сама. Это вот у нас середка получилась. Вот так вот мы закрыли. Так, теперь с тоненьких. Угу. Красиво-то все было у нас. Так, я не ту. Это мы забираем. Это выпускаем. Ой, напутала я вас. Позапутала. Вот так вот. Они пойдут, да. Угу. Придется нам пока на эту спицу вязать, чтобы ровненько было. А потом на более толстые перейдем. Так, это чтобы у нас... Это мы заправим. Вот так по кругу сейчас на одну спицу все соберем. Более которая... Больше размер. И будем вязать на нужную высоту. Заканчивать я буду полурезиночкой. Я люблю эту полурезиночку. Только ниточки я возьму потоньше. Это троечка кавказская. У меня еще двоечка есть. Освободим эти толстенькие и на них перейдем. Будем с тоненьких на толстые перевязывать. Шортики можно также вязать, набирая на девочек, на мальчиков.
Также ластовица делается, только, конечно, там не 5 петелек получается, как на детских штанишках, а больше. Так, это мы так соединили. Здесь нам надо будет, чтобы промежуточка не было, поднять. Ой, господи, что-то в горле першит, извиняюсь, конечно. Так, ну все, переходим. И там также 3 штучки поднимем. О, господи. Сегодня в больницу ездила. Где-то, ну, извиняюсь, на урок это никак не повлияет, надеюсь, вам понятно будет. Вот я 30 рядов связала на той штанине и на другой. Потом перешла на более толстые. У меня по 18 было петелек. Я по 3 штучки добавила на каждую штанинку петелек. И на той, и на той. Здесь нам тоже в середочке надо будет добавить. На той стороне мы добавляли. Ой, извиняюсь, забываю я все про эту стоечку. Надо добавить. Так, надо перекрутить. Там у нас 3 получилось, потому что 3 просилось добавить, а здесь вот 2 только. Так, петелькой мы сделали. Так. Потом мы на задней стороне штанишек сделаем несколько укороченных рядов. Потом я вам покажу. Время будет. Мы сейчас сантиметров 3-4 свяжем и несколько рядов добавим на попу ребенка.
потому что все равно и с памперсами одевают. Памперсы у нас объемные бывают. Поэтому сделаем несколько укороченных рядов. Перед не будем вязать, а зад через два ряда будем ворачиваться и добавлять. Но это немного расшить, наверное, получится. Сейчас я сантиметра 3-4 свяжу. Так, тут ничего не просится? Нет, не просится. Сейчас вот собрала я так. Вот так сделала. Вот так они у нас. Ой, так. Это нам надо на середку пустить. Где нам? Где у нас середочка? Вот так сделаем и будем вязать. Так, напополам. У нас это мы на эту спицу петельку почти одинаково будет, там на одну петельку только разница будет. Так, вначале трудновато, конечно, вязать так, а потом она расширится, отойдет уже от ластовицы и будет легко вязаться. Надеюсь, что понятно, доходчиво объяснила. Если что-то непонятно, спрашивайте, я вам отвечу, я могу доснять видео. Вот я сейчас 3-4 сантиметра свяжу и покажу, как дальше делать укороченные ряды, добавить, чтобы, ну, я объясняла до этого. Ну, пока не буду вас утомлять. Надеюсь, что понятно. Вот так вот. Такие штанишки будут. Если нужно полурезинку показать, так-то везде есть информация. Я покажу. Вот так вот. Так будем вязать. Ну, все, пока. До новых встреч.